Премьер Дмитрий Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о четырехдневной рабочей неделе. Свою позицию профильное министерство должно озвучить до конца сентября. Об этом пишут РИА Новости. В ведомстве должны оценить, как такие изменения повлияют на экономику и социальную сферу. Эту работу министерство проведет вместе с Федерацией независимых профсоюзов России и Российским союзом промышленников и предпринимателей. Напомним, в июне Дмитрий Медведев в своем выступлении на международной конференции труда заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной. По словам премьера, технологический процесс ведет к прекращению сокращению рабочих мест и времени, а также к расширению досуга. В пример привел опыт новозеландской компании, которая ввела четырехдневную рабочую неделю с оплатой трех выходных, что повлекло прирост производительности в расчете на час рабочего времени на 20%.